В Омске завершился международный турнир по спортивным бальным танцам. Брависсимо Кап 2017 стал одним из самых крупных соревнований в этом году в России. Лучшие молодые танцоры России, Казахстана, Литвы, Словении и Болгарии сошлись на паркете, чтобы выявить сильнейших. Специально для турнира организаторы превратили омский велотрек в арену, на которой лучшие молодые танцоры показали свое мастерство. Всего в Брависсимо Кап 2017 приняли участие около 1000 пар. Главным событием был турнир мировой серии WDSF Open. Дети очень хорошо здесь выглядят, все в прекрасных костюмах, хорошо причесаны, поэтому можно Омску поставить смело пятерку. И все ребята подготовлены, они привыкли танцевать марафоны, такие как чемпионат России, когда турнир начинается в 9 утра, и они танцуют 6-7 отборочных туров. Поэтому я думаю, что сегодня не такой тяжелый физический турнир, я думаю, что он... Тяжелее, наверное, даже в том, что туров не так много, и поэтому нужно сразу же без разминки показать лучшее на то, что, на что они способны. А мячи в итоге вошли в пятерку сильнейших. Пара Артемий Макеев и Ксения Агафонова. На четвертом месте поляки. Тройку призеров открывают словенцы Иван Ярнек и Анна Екрат. На втором месте литовцы Романс Добряковс и Смилте Палдаускайте. Ну а лучше всех выступили томичи Данил Писанкин и Арина Марухина. Для них самым сложным на турнире оказалась разминка. После тренировок болят все ноги, все мышцы, все руки. И это было очень важно, правильно размять мышцы, чтобы ничего не болело во время турнира. А настроение на высоте. Для меня организация очень высокая. Мы когда танцевали, старались получать от этого удовольствие и чувствовать музыку, и друг друга тоже чувствовать. Когда чувствовали, что все хорошо, появлялась легкость.